Ивану Охлобыстину. Спасибо прежде всего, что вы сегодня пришли. Времена сейчас очень ответственные. Многие боятся терактов, насколько я понимаю. Мы плевать на них хотели, хотя, конечно, мы люди тоже земные, и нам свойственно все, что свойственно обычному человеку. Фильм этот окружен разного рода событиями почти мистического порядка. Сейчас не имеет смысла это все перечислять, потому что этого много. И вот как-то в завершении всего происходящего, вот крещение Кирия и превращение в Пантелеймона, присоединение к нам, то есть, ну, Христос посреди нас есть и будет. Как обычно, это у отечественного кино всегда нелегкая прокатная судьба. И мы не можем предполагать, как будет принят в большой аудитории фильм, потому что Россия — это страна парадоксов. Но я хотел бы напомнить, что первый показ, вот кто не знает, первый показ этого фильма, правда, чуть-чуть иной сборки, вот только-только, когда вышел материал, был в Донецке. И был фильм принят очень хорошо людьми, находящимися в такой тяжелой ситуации жизненной, с учетом военных действий. Но вот я для себя это расценил как некоторого рода благословение, что вот если люди в такой обстановке могут понимать, о чем идет речь на экране, то, в общем, вся остальная нам аудитория доступна уже априори по умолчанию. Все, кто присутствует на этой сцене, любимые стали, родные, теплые сердцем люди, в окружении которых было действительно очень комфортно работать.